Здравствуйте, меня зовут Диана Анкудинова, и я бы хотела рассказать свои воспоминания о дяде Саше. Для меня он именно дядя, даже больше был как дедушка. Я помню, когда я была маленькая, впервые пришла в гости к дяде Саше, и он тогда достал гитару и начал петь. Я не помню, какие песни, но я помню, что мне очень понравилась песня «Ой, мороз, мороз». И мы с ним вместе пели эту прекрасную песню, и он сказал моей маме, что у меня есть некие данные, у меня есть таланты, что мне нужно идти в вокалист. Именно благодаря дяде Саше я сейчас есть на сцене, потому что, в принципе, никто в семье никогда не думал, что я смогу круто петь. А именно дядя Саша сказал тогда еще, что у меня будет большое будущее, за что ему огромное спасибо. Я его всегда помнила, мы ездили в гости к ним, пели на даче разные песни. Очень многим песням он меня научил, и он даже пытался научить меня играть на гитаре в какой-то момент. Я очень люблю саксофон, благодаря дяде Саше. То, как он звучит, и как вообще он звучал именно у этого человека в руках, какие ноты он издавал, какие звуки. Никогда не забуду эти вечера, эту теплую атмосферу у них дома. Мне очень жаль, что такой человек нас покинул, но я благодарна безумно этому человеку и его семье за то, что именно они стали так близки для нашей семьи. Я хотела бы от всей души посвятить Варнамову Александру Николаевичу песню Владимира Высоцкого «Конь поверет». Последний мой.
Что ж там ангелы поют такими злыми голосами? И это колокольчик весь зашел в центр дани. Или я кричу коню, чтобы не несли. Так быстро сами чуют подняты не кони. Чуют подняты не вы только не слушайте. Прилетите. Еще.